Но ночь лучше, чем день. Но чтобы была ночь, должен быть день. Правильно? Спрашиваю я себя в 98-м году. Это вот видите, на меня направлено. Уже где-то ночью я, блин, под двумя одеялами был. А с утра уже стало настолько как-то страшно, душно. Вообще, и в общем, когда ты просыпаешься в каком-то в таких в поганых мелких капельках пота. В поганых. Маленькая такая штучка, это калькулятор, будильник из 98-го года. Представьте. Ну что, давай. Ребятки. Все. А? Уже легче. Ладно, погнали.